Следующее судебное заседание по делу бывшего диссидента и писателя Владимира Буковского ожидается не раньше ноября-декабря, сообщил РИА Новости в понедельник друг и представитель Буковского Павел Стройлов. «Заседание теперь ожидается не раньше ноября-декабря», — сказал он. Следующее заседание по делу Буковского в Кембриджском магистратском суде планировалось на 1 сентября, но было перенесено, подтвердил Стройлов.